Дня у прямому ефірі. Вітаю. На початку 21-го століття туберкульоз залишається однією з найпоширеніших інфекцій у світі та є загрозою для населення навіть економічно розвинених країн. В останні роки відзначається його практично повсюдний ріст. Туберкульоз стає занадто небезпечною інфекцією і забирає дуже багато людських життів, і це й досі залишається проблемою. Сьогодні про те, як борються з розповсюдженням цього захворювання в Одеській області, а також про те, чому наша область на одному з перших місць в країні за рівнем захворюваності на туберкульоз. Будемо про це говорити сьогодні з нашою гостею програми. Хочу представити Світлана Єсипенко, головний лікар КНП «Одеський обласний центр соціально значущих хвороб». Вітаю. Добрий день. Але для початку трошки статистики, тож увага на екрани. В Україні від туберкульозу щорічно помирає 4400 осіб. Щодня 12 пацієнтів. Найвищі показники захворюваності в Одеській, Херсонській та Київській областях. Найнижчі – у Харківській та Чернівецькій. Дані Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. Тема дня у прямому ефірі. Ми продовжуємо. Тут прозвучали цифри, але вони, звісно, приблизні. І таке перше питання. Чи можна сьогодні досі використовувати термін «епідемія» щодо захворюваності на туберкульоз в Україні взагалі і в Одеській області, зокрема? Так как туберкулез является инфекционным заболеванием, есть отдельная наука, эпидемиология, которая изучает темпы развития этого заболевания, его регресс и так далее. Эпидемия туберкулеза считается тогда, когда уровень показатель заболеваемости туберкулезом составляет 50 человек на 100 тысяч населения. По данным Центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Украины, уровень заболеваемости туберкулезом в Украине за 2017 год составляет 63,9 на 100 тысяч населения. То есть в целом мы можем констатировать факт, что в масштабах всей Украины действительно зарегистрирована эпидемия туберкулеза. И она уже официально протекает на территории Украины, начиная с 1995 года. Одещина четвертый год подряд занимает первое место в Украине с показателем за 2017 год 127,9 человек на 100 тысяч населения. То есть вы можете оценить, что уровень заболеваемости у нас в два раза выше в среднем, чем по Украине. Кто хворіє на туберкульоз? Чому це захворювання ще називають соціальним? Если вы обратили внимание, да, то у нас исчезло название противотуберкулезная служба, и у нас сформирован с 1 марта 2018 года новый центр, который называется Центр социально значимых болезней. Почему у нас возникла такая идея? Как раз именно это ответ на ваш вопрос. Туберкулез является вместе с ВИЧ-инфекцией и наркоманией являются социально опасными заболеваниями. То есть они напрямую сопряжены с уровнем социально-экономического развития общества. Действительно, туберкулезом наиболее чаще болеют люди из групп рискованного поведения. Это основная группа в Одесском регионе – это ВИЧ-позитивные пациенты. Почему и возникла у нас такая идея объединения двух служб – служб ВИЧ-СПИДа и туберкулеза – для того, чтобы соединить усилия всех участников этого процесса в борьбе с этими двумя грозными эпидемиями. На сегодня мы в Одесском регионе не можем отдельно рассматривать эпидемию туберкулеза без ее основной составляющей – это ВИЧ-инфекции. В структуре новых случаев туберкулеза у нас на сегодня зарегистрировано 48% пациентов с сочетанной патологией, коинфекцией, ТБ-ВИЧ. То есть один человек болеет одновременно двумя заболеваниями – и ВИЧ-инфекцией, и туберкулезом. Вот почему так у нас на таком высоком уровне поддерживается и заболеваемость туберкулезом, и то, что является ее основным пусковым механизмом. То есть это ВИЧ-инфекция. Як можна заразитися туберкульозом і як себе захистити від цього? Туберкульоз – это воздушно-капельная инфекция, и ее основной путь передачи – это аэрозольный.
Естественно, мы все люди, мы все дышим воздухом, и защититься от туберкулеза практически невозможно, если воздух, которым мы дышим, не будет чистым. Поэтому основная задача, которая стоит перед жителями, как себя можно защитить от туберкулеза, это прежде всего дышать чистым воздухом. То есть наиболее чаще проветривать помещение, в котором вы находитесь. Когда вы едете в маршрутке, не слушать женщин, которые рассказывают о том, закройте окно, потому что меня протянет, а действительно открывать и проветривать те места, где наиболее скапливаются люди. Это общественный транспорт, это магазины, это те закрытые помещения, в которых мы можем с вами находиться. То есть фактически постоянное проветривание – это есть один из тех механизмов, которые позволят предотвратить риск заболевания туберкулезом. Кроме ВИЧ-инфицированных пациентов, наиболее чаще то, что мы регистрируем у себя непосредственно, болеют люди с сахарным диабетом. Это одна из тех проблем, которые вот на сегодня начинают тоже выходить и занимать актуальное место в структуре заболевших туберкулезом. Это потребители инъекционных наркотиков, то есть это те люди, которые, в принципе, да, имеют рискованное поведение что по ВИЧ-инфекции, и, соответственно, они же первые стоят в ряду людей, которые могут заболеть туберкулезом. А що робити, якщо ваш друг або родич хворий на туберкульоз? Ну, наверное, прежде всего, это то, что является самой большой проблемой, с чем мы сталкиваемся как медицинские работники, и там, где нам не всегда хватает нашего кадрового ресурса. Прежде всего, этого человека необходимо поддержать. Потому что туберкулез на сегодня является самым застигматизированным заболеванием, даже более застигматизированным, чем ВИЧ-инфекция. Человек занимается самостигматизацией, то есть он изолирует себя сам от общества и считает, что это общество его не примет. И зачастую общество отворачивается от этого пациента, не подавая ему руки помощи и не давая той поддержки, в которой он нуждается. Естественно, в этом ключе человек замыкается, он начинает вести тот закрытый образ жизни, который не позволяет ему эффективно бороться с этой болезнью. И здесь нам на помощь, как медицинским работникам, приходят наши социальные работники. Мы привлекли большой сектор именно неправительственных организаций, которые помогают нашим пациентам вот преодолеть вот эту стигму. Потому что действительно имеет место быть тот факт, что человек старается не озвучивать эту проблему, даже среди своего ближайшего окружения семейного. И, к сожалению, он с этой проблемой пытается бороться самостоятельно. Самостоятельно это сделать крайне сложно, потому что зачастую, ну, ты не можешь объяснить, да, людям, почему ты так длительно, например, употребляешь какие-то препараты, начинают задавать вопросы. Человек замыкается, он входит в тупик, не может правильно дать ответ на этот вопрос, боясь именно вот этой реакции своего ближайшего окружения, а как же на меня посмотрят мои родственники, мои сестры, мои братья. И вот это является, наверное, основной преградой и барьером, почему вот туберкулез вот таким до сих пор остается застигматизированным заболеванием. То есть мы должны изменить свою психологию, прежде всего, как люди, как цивилизованные граждане. Если ты приходишь где-то в лечебное учреждение любой европейской страны, да, или Соединенных Штатов Америки, неважно, даже африканского континента, нигде нет такого предвзятого отношения к больному туберкулезом, какое существует на территории стран постсоветского пространства, и в Украине в частности. Этого человека стараются максимально быстрее удалить из очереди, где-то его выпроводить и куда-нибудь, только чтобы он нигде не находился среди социума. И вот это фактически та была основная проблема, которая мешала нам провести правильно реформу, потому что все считали о том, что вот, объединившись эти службы, да, вдруг создадут препятствия для больных ВИЧ-инфицированных пациентов, что они якобы умышленно там будут заражаться туберкулезом, что все больные туберкулезом должны закрываться в противотуберкулезных стационарах, и только таким образом они должны получать лечение. Никто не задумывается над тем, а как же человеку, да, проходя лечение, курс лечения от 6 до 20 месяцев, можно суметь сохранить себя в этом социуме, да, сохранить свое рабочее место. Прежде всего, да, средства к существованию и так далее. То есть это масса тех социальных проблем, которые влечет за собой заболевание туберкулез.
И фактически сейчас мы ломаем ту систему, которая нарабатывалась годами и привела еще к одной важнейшей проблеме, которая существует у нас, и она является тем третьим столпом, на котором держится эпидемия туберкулеза. Это мультирезистентный туберкулез. Потому что перенасыщенные противотуберкулезные стационары фактически не соответствуют тем стандартам инфекционного контроля и не позволяют создать тех комфортных условий, которые действительно заслуживает каждый пациент. Поэтому и сегодня идет по тому пути, по которому и прошел уже весь цивилизованный мир и преодолел эпидемию туберкулеза у себя. Если мы посмотрим на все страны европейского региона, все уходят на модели амбулаторного лечения. Об этом сейчас заявляет и наш министр здравоохранения Ульяна Супрун, о том, что необходимо поменять подходы к ведению случая туберкулеза. Іначе ми з цією епідемією ніколи в житті не справимося. Також є така думка, що туберкульоз – це хвороба бідних людей. Це правда або міф? Ви знаєте, ВІЧ-інфекцією боліють різні люди. І бідні, і багаті. Соответственно, туберкулезом на сегодня болеют точно так же и бедные, и богатые люди. Мы у себя видим абсолютно разные категории людей, которые приходят к нам с этой бедой. Поэтому сегодня нельзя говорить о том, что туберкулез касается только бедных слоев населения. Все абсолютно, мы все дышим одинаково воздухом, мы абсолютно все имеем риск заболеть и ВИЧ-инфекцией, и абсолютно все одинаково имеем риск заболеть туберкульозом. За статистикою, захворюваність на туберкульоз вища серед сільських жителів, ніж серед міських. Ось в такому разі, на вашу думку, яким чином закриття тубдиспансерів у Подільську та Білгород-Дністровську сприяють вирішенню ситуації? Тобто жителям цих районів, може, зараз треба їхати до Одеси, тобто як вирішується ситуація? І зараз, до речі, ми бачимо на екранах ще одну статистику захворюваності, зокрема по Одеській області, і там також є такий момент щодо захворюваності дітей до 17 років. Так? Ну, ми трошки пізніше прокоментуємо цю статистику, давайте щодо Подільська. Ну, давайте, наверное, начнем изначально, согласно заболеваемости сельского и городского населения. Прошу. Согласно всем законам эпидемиологии, уровень заболеваемости выше там, где есть большая скученность населения. Как вы считаете, где большая скученность населения, в городе или в селе? Ну, в месте, так. Соответственно, возникает вопрос, а где же должна быть больше заболеваемость туберкулезом? Соответственно, в городе. Логично, да? Потому что есть, я же вам не зря сказала, туберкулез – это инфекционное заболевание, которое имеет свои законы протекания. Если мы говорим о том, что город Одесса является приоритетным регионом, в котором реализуется на сегодня стратегия «Фаст-трек», это быстрый ответ на эпидемию ВИЧ-инфекции, и город Одесса входит в тридцатку городов Европы, в котором сконцентрировано две трети эпидемии ВИЧ-инфекции в мире из 156 городов. Поэтому говорить о том, что уровень заболеваемости в сельских районах выше, чем в городских – это абсолютно некорректно в данной ситуации. Скорее всего, что проблема с выявлением туберкулеза среди местного населения. И если нас слушают телезрители, мне бы очень хотелось обратить тот факт, буквально вчера у меня в кабинете был волонтер и активист, который рассказывал мне о том, каким образом проводится скрининг на туберкулез жителей города, в частности, людей, которые не имеют постоянного места жительства. У нас до сих пор имеет место быть проведение только одного флюорографического или рентгенологического обследования. На основании одного этого метода на сегодня невозможно установить человеку туберкулез. Не проводится ни микроскопия мазка мокроты, не проводится ни тестирование на ВИЧ. Масса случаев в таких ситуациях, масса случаев туберкулеза просто пропускается. И человек уходит якобы с медицинского осмотра, не получив его в полном объеме, он уходит недодиагностированным. Касательно города Подольска, в котором существовало противотуберкулезное отделение, фактически это был резервуар для социального характера для пациентов, которые находились на паллиативном лечении. И сейчас они сконцентрированы в нашем, одном из наших новых отделений нашего нового центра. Это в Белгород-Днестровском, бывшем Белгород-Днестровском противотуберкулезном диспансере.
Фактически люди, которые там получали лечение, 40 коек, которые были в городе Подольске, они не решали проблему ни туберкулеза, ни коинфекции ТБВИЧ в городе Подольске и в Подольском районе. И фактически никаким образом на эпидемическую ситуацию конкретно этого населенного пункта, равно как и Балты, равно как и Болграда, когда там существовали, равно как и Килийского района, закрытие этих отделений абсолютно никаким образом не повлияло. Поэтому те жители, которые на сегодня заболевают туберкулезом в городе Подольске, если они подлежат амбулаторному лечению, они получают это лечение по месту жительства. Если им требуется стационарное лечение, они его получают на базе нашего центра. Дякую за відповідь. Сподіваюсь, що мешканці міста Подільськ, які, зокрема, до нас зверталися і ставили це питання, задоволені. Вичерпна відповідь. Дякую. Якщо можна зараз ще продемонструвати статистику щодо захворюваності, там ми бачили, що, зокрема, щодо дітей, що трошки, ну, може, навіть не трошки, збільшуються показники. Чому? Почему болеют дети? Прежде всего, да? Дети болеют потому, что у нас плохо организована помощь взрослому населению. Дети всегда являются виновниками ошибок взрослых. И туберкулез не является исключением. К сожалению, те случаи туберкулеза, которые мы регистрируем у себя среди детей, а это на сегодня 50 заболевших детей, большая часть из них – это дети из очагов мультирезистентного туберкулеза. Зачастую это дети из неблагополучных семей, там, где матери связывают свою личную жизнь с людьми, которые вышли из мест лишения свободы и принесли с собой в эту семью либо туберкулез мультирезистентный, либо туберкулез с расширенной резистентностью. Так как этот человек не зарегистрирован на территории, соответственно, о нем не может знать семейный врач. И, соответственно, до какого-то определенного времени, пока этому ребенку не становится плохо, об этом человеке вообще никто не знает. И вот такая вот когорта, это основная когорта тех деток, это ромское население, которое ведут кочующий образ жизни. Фактически это вот эти дети, которые сегодня вот у нас являются нашими больными детками и на сегодня проходят лечение у нас в учреждении. Еще одна категория детей – это дети, которые рождены от ВИЧ-позитивных матерей, которые в свое время не проявили сознательность и отказались от приема антиретровирусной терапии. Но если ты отказалась себе принимать, это ваше личное философское горе. Но почему закон до сих пор не работает на защиту детей и позволяет матери принимать стратегически важное решение по отношению к жизни своего ребенка, для меня до сих пор остается загадкой. Мама распоряжается жизнью этого ребенка, не давая ему антиретровирусную терапию, рано или поздно это приводит все к заболеванию туберкульозом. Дякую. Чи вистачає сьогодні ліків проти туберкульозу в закладах Одеської області? Так как мы являемся приоритетным регионом, имея такую большую эпидемию, противотуберкулезных препаратов у нас достаточно абсолютно всех, что первого, что второго ряда. Но у нас сейчас сформировалась определенная когорта пациентов, которые неоднократно проходили лечение теми известными противотуберкулезными препаратами, которые вообще есть и известны Всемирной организации здравоохранения. К сожалению, на сегодня уже эти препараты для них не являются действенными, и мы не можем добиться положительного эффекта. Но здесь нам на помощь пришли наши международные партнеры, которые вот буквально с 1 января этого года наш регион включен в пилотный проект по лечению наших пациентов с расширенной резистентностью и мультирезистентным туберкулезом новым противотуберкулезным препаратом, который называется бетаквилин. У нас уже пошла первая волна пациентов, которые уже на сегодня находятся на этой программе лечения. У нас специальным образом отобран консилиум, где ведется отбор таких пациентов до обследования их с целью назначения нового противотуберкулезного препарата. Фактически это прорыв в системе борьбы с туберкулезом, потому что при использовании тех схем лечения с бетаквилином это позволяет сократить сроки лечения пациентов с 20 месяцев до 9.
с очень хорошими результатами эффективности лечения. Так что фактически мы сейчас уже отрабатываем новые противотуберкулезные препараты. Следом за бетаквилином заходит деламонид, еще один новый противотуберкулезный препарат. Мы опять же являемся приоритетным регионом по пилотированию данного препарата. И как только будет этот препарат зарегистрирован официально в реестре лекарственных средств, этот препарат уже будет широко использоваться для других категорий пациентов, которые будут подлежать этому лечению. До речі, чи є лікування туберкульозу безкоштовним? І якщо ні, що саме пацієнт оплачує, наприклад, койко-місце? Ну, что самое? Противотуберкулезное лечение является бесплатным согласно закону Украины. Государство на себя взяло обязательство бесплатно лечить туберкулез. Но у нас есть другая проблема. Я не зря ее коснулась. Это коинфекция ТБ-ВИЧ. Это огромнейшее количество пациентов с огромным арсеналом оппортунистических заболеваний. Лечение вирусных инфекций, таких как цитомегаловирусная, вирусы простого герпеса, токсоплазменные поражения, препараты для лечения таких категорий пациентов очень дорогостоящие. У нас зачастую неделя лечения иногда может обходиться до 100 тысяч гривен. Поэтому с этими препаратами у нас действительно существует проблема. Частично мы эту проблему покрываем нашим областным бюджетом, то, что есть в наших лечебных учреждениях. Частично нам покрывают наши международные партнеры. Но не всегда хватает этих средств, потому что действительно препараты очень дорогие. И у нас в этом году у нас есть новая проблема. Тот перечень препаратов, которые мы имеем право закупать за средства областного бюджета, колоссально сократился. И фактически в том перечне остались только дорогостоящие препараты, которые не всегда нам хватает нашего бюджета для того, чтобы закупить их в полном объеме. Но буквально вот на следующей неделе мы собираемся с нашим директором департамента и будем обсуждать вопрос, каким образом, учитывая то, что мы создали коммунальное некоммерческое предприятие, мы сможем переориентировать наш бюджет для того, чтобы мы сумели найти внутри нашей структуры те средства, которые уйдут как раз на закупку симптоматического и патогенетического лечения. Сколько разів треба проходити флюорографічне обстеження для громадян? Вы знаете, сейчас очень, наверное, так активно обсуждается вопрос, тот месседж, который дала министр здравоохранения по поводу того, что массовую флюорографию необходимо убрать, она неэффективна для ранней диагностики туберкулеза. Вы знаете, я могу вам сказать, как фтизиатр, наверное, уже с 20-летним стажем, что я согласна с нашим министром здравоохранения. Для раннего выявления туберкулеза данный метод диагностики на сегодня не является актуальным. Если мы говорим о том, что у нас половина процентов ВИЧ-инфицированных среди наших больных туберкулезом, вот считайте, что эта половина имеет внелегочные формы туберкулеза. Пройдя флюорографическое обследование, пациент получает на руки документ, который гласит о том, что у него нет туберкулеза, согласно мнению рентгенолога. При этом пациент не знает свой тест на ВИЧ, его результат. Соответственно, он уходит, не получив правильного ответа за тем, за которым он пришел. Если мы говорим о том, в каком качестве проводится флюорография, ну давайте пусть врачи-рентгенологи честно и откровенно скажут о том, что ни один человек на сегодня, я ни одного человека, ни одного жителя не видела флюорографии, которую проводят в 4 проекциях, как это положено по классике проведения флюорографических осмотров. А чему? Чему так? Ну, потому что, наверное, дорогая пленка, потому что, наверное, большая рентген-нагрузка, потому что при флюорографическом исследовании рентген-нагрузка в разы превышает ту нагрузку рентгенологическую, которая, например, есть при проведении обзорной рентгенографии. Потому что снимки на старых, во-первых, разрешающая способность аппаратов оставляет желать лучшего, потому что они все достаточно устаревшие модели. Если говорить о том, что те мелкопленочные кадры, которые мы получаем, они зачастую пропускают очень много очаговых изменений там, где идет начальные стадии туберкулеза. Поэтому для ранней диагностики туберкулеза, там, где, конечно, дырка в пол экрана в легком, да, это можно увидеть абсолютно на любом снимке. Но именно с целью ранней диагностики, тогда, когда мы видим несколько очаговых изменений, флюорографический метод на сегодня не работает. Потому что если мы посмотрим на структуру заболевших, очаговые поражения мы видим
Вообще, буквально из наших 2500 вновь зарегистрированных случаев, если у 130 мы их найдем, то это очень хорошо. А как вы решите эту проблему? Решить эту проблему нам поможет внедрение нового протокола. У нас сегодня лежит уже на обсуждении в Министерстве здравоохранения новый клинический протокол, который будет запускать новые методы диагностики, которые используются в странах Европы, используются в Соединенных Штатах, и они будут позволять нам использовать те более, для нас станут те доступными те высокочувствительные методы, которые используются во всем мире. Помимо, у нас сейчас используются молекулярно-генетические методы диагностики туберкулеза, особенно среди ВИЧ-позитивных пациентов, потому что выявить у них туберкулез – это целое искусство. И зачастую, почему мы так, может быть, возможно, негативно выглядим на фоне других областей в уровне заболеваемости туберкулезом? Да только потому, что, наверное, я без ложной скромности могу сказать, что специалисты нашего центра гораздо лучше умеют диагностировать туберкулез на фоне ВИЧ-инфекции, чем это делается в других регионах Украины. То, чем нам приходится гордиться. Мы практически, ну, 2 раза в месяц мы стабильно принимаем у себя наших международных партнеров и представляем им наши наработки и наш опыт в плане диагностики и ведения таких тяжелых категорий пациентов. К нам все время приезжают специалисты с разных стран, потому что такой когорты пациентов, да, и такого уровня диагностики фактически нет ни в одном регионе Украины. Ну, це приємно, звісно. Будемо підсумовувати нашу розмову. На вашу думку, все ж таки, що ви можете порадити, як звичайним громадянам захиститись від туберкульозу, що робити, і, може, є якісь перші ознаки, на які треба звернути увагу? Уважаемые граждане, что бы хотелось вам сказать? Сегодня мы вступаем в Европу, мы все туда хотим. И мы, наверное, должны быть прежде всего сознательны и самосознательны для того, чтобы понимать, что культура медицинского осмотра присутствует во всех европейских странах. Ни один уважающий себя европеец не позволяет себе не пройти медицинского осмотра раз в году. Раз в году цивилизованные люди сдают тестирование на ВИЧ, они проходят скрининговое анкетирование, и при появлении только первых симптомов туберкулеза они тут же бегут к врачу для того, чтобы пройти дообследование с целью того, чтобы либо убедиться, либо опровергнуть у себя это заболевание. Наиболее частый симптом, который встречается у ВИЧ-негативных пациентов, это симптом, который говорит о том, что у пациента есть риск развития туберкулеза и необходимо немедленно идти к врачу для того, чтобы провести полный спектр обследования. Это кашель свыше 2-3 недель. Потому что туберкулез зачастую протекает бессимптомно. И те, скажем так, недомогания, жалобы на повышенную утомляемость, ночную потливость, субфебрильную температуру, такую как вот 37, 37,2, пациенты зачастую списывают это на повышенную усталость в результате там какой-то, да, там тяжелой работы, и они не всегда обращают на это внимание. Когда они уже приходят к нам, к сожалению, вы знаете, ну, печальный факт. У нас практически 3/4 наших пациентов, которые заполняют наши стационары, это пациенты, которые обратились к нам не своевременно, это пациенты, которые довели себя просто до такого ужасающего состояния и истощения, что порой, даже имея полный арсенал препаратов и диагностических систем, мы не всегда всесильны помочь таким людям. Прежде всего, нужно уважать себя, и при появлении только малейших вот таких симптомов, о которых я говорила, необходимо обращаться к врачу для того, чтобы получить полный спектр обследования в обязательном порядке, в который входит не только флюорография, но и в обязательном порядке тест на ВИЧ. Ну, до вашего центра можно звертатись теж, так? Мы являемся высокоспециализированным учреждением, и наша основная задача – обучить все лечебные учреждения правильно диагностировать туберкулез. В этом ключе сейчас вот буквально мы просто, ну, такими стремительными темпами в течение последних лет проводим обучение семейных врачей вопросом техники тестирования быстрыми тестами на ВИЧ, для того, чтобы люди, не выходя из лечебного учреждения, в течение 15 минут могли узнать свой результат теста на ВИЧ.
Кроме всего прочего, у нас проходят обучение, да, и вопросам диагностики туберкулеза обычными стандартными методами, рентгенологическими, флюорографическими, микроскопическими, для того, чтобы этот человек мог получить полный спектр обследования у своего семейного врача, либо в той больнице, куда он обратился по поводу своего основного заболевания. Дякую вам, пані Світлана, за таку змістовну розмову. Дякую, що до нас прийшли. Нагадаю, що спілкувались ми з головним лікарем КНП «Одеський обласний центр соціально значущих хвороб» пані Світлана Єсипенко. Дякую всім, що нас дивились. Це була «Тема дня». До побачення.